Привет! Сегодня разберем бетономешалку «Калибр», которая могла бы стать незаменимым помощником на любой стройке. Посмотрим, насколько она удобна в использовании и что может предложить в плане функционала. Готовься, сейчас начнем! Первое, что бросается в глаза при взгляде на эту бетономешалку – ее размеры. При габаритах в 1055 на 690 на 1200 мм она весит всего 36 кг, что делает ее достаточно легкой для перемещения. Именно мобильность и компактность выделяют ее среди других моделей. С такими параметрами мешалка идеально подходит для использования как на больших, так и на маленьких стройках. Не забывай заглядывать в описание под видео, там тебя ждут полезные ссылки на проверенные магазины и специальный промокод для выгодной покупки. Перейдем к особенностям нашей бетономешалки. С потребляемой мощностью в 600 Вт она способна справиться с приготовлением до 46 литров смеси за раз. Интересный момент – барабан делает всего 26 оборотов в минуту, что идеально для качественного и равномерного смешивания без лишней спешки. Модель обладает принципом работы на основе принудительного перемешивания смеси, что значительно увеличивает эффективность процесса. Лопасти, приводимые в движение мощным электродвигателем через редуктор, обеспечивают отличное качество смешивания, то жидкие растворы или сухие компоненты. Эта бетономешалка подходит для приготовления подвижных бетонных смесей разных марок и строительных растворов в соответствии с ГОСТ, что делает ее универсальным инструментом на любой стройке. Простота в эксплуатации и обслуживании делает ее идеальным выбором как для профессионалов, так и для начинающих строителей. Я тщательно посмотрел отзывы покупателей и готов поделиться с тобой самыми часто упоминаемыми плюсами и минусами этой бетономешалки. Минусы. Шумная. Рукоять неудобная. Плюсы. Простая сборка. Хорошо мешает. Легко опрокидывать. На этом мой обзор подходит к концу. Не забудь заглянуть в описание под видео, там ты найдешь полезные ссылки и скидочный промокод для выгодной покупки. Также жду твоих комментариев и мнений о бетономешалке. И, конечно, подписывайся на канал и ставь лайк, если хочешь увидеть больше таких обзоров. Буду рад встретиться снова, до скорых встреч!